И покажу, на что способна вот эта штука. Просто разносим всех, всем статус эффектов. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и будем как раз таки мы с вами тестировать новое устройство, которое у нас попало в руки. Это пульсар на вулкана, тот самый пульсарчик, который вроде как обещает быть интересным, обещает быть крутым. Но пока у меня, естественно, корпус не такой уж подходящий, если честно, для вулканчика, потому что играть на вулкане, на, соответственно, колесных корпусах, ну, это такое себе дело, такое себе решение. Но тем не менее, good mode он играет здесь, ее ПРСТ. Гудмоду он, как так? Прям вот так вот сходу, с пылу жару решил зайти и решил, соответственно, нас порадовать. Короче, обязательно, ребята, не забывайте у нас ставить свои царские луксы и также участвовать в конкурсе на реальные бабосы, на как бы бабулесики. Для этого всего-то нужно в настройки своего аккаунта перейти, поставить тег создателя контента Вайдер, и все, вы уже участвуете, соответственно, в розыгрыше сие мероприятия. Короче, что же вообще у нас здесь такого интересного? Давайте мы, наверное, с вами сразу вот таким вот образом сделаю. Я у нас заюзаю свой овердрайвик и покажу, на что способна вот эта штука. Просто разносит. Носим всех, всем статус эффектов, просто вот таким вот образом, нехитрым мы с вами мутим, мы с вами делаем, боже мой, как же это у нас интересно, как же это круто, могло бы быть, но, к сожалению, нет. Это у нас штука и тема на диктаторе, давайте оденем какого-нибудь, ну, того же самого Крусейдера пусть будет, вот, и уже на летающем корпусе, соответственно, вулканчики у нас можно делать реальные вещи, как говорится, здравой. Я уже поиграл не одну каточку на этом вулкане, что хочется сказать, что хочется вообще разъяснить и показать по поводу этого устройства. Если честно, я у нас думал, что, но оно плюс-минус будет такое же интересненькое и супер необычное, как какой-нибудь огнемет, как какая-нибудь смока, как какой-нибудь твинс, тот же самый пресловутый, что действительно вот эти статус-эффекты, которые нам обещали в этом пульсаре, будут, ну, как-то поинтереснее, что ли, вылезать. Но поиграв потом, спустя какой-то промежуток времени на вот этом пульсаре, я у нас решил затестировать и надеть просто обычный вулканчик и посмотреть, насколько часто у нас там криты падают. И что хочется вам сказать, на самом деле, на обычном вулкане криты у нас тоже падают крайне редко. То есть, ну, вроде как бы интересная тема, вроде как интересная штука. Я не хочу сказать, что она не нагибучая, какая-то прям, знаете, слабенькая. То есть, вулкан в этом плане пушка достаточно интересная, вот, и можно прям очень крутые, очень здравые темы с ней мутить и делать, и даже, соответственно, на больших диапазончиках, я надеюсь, это будет работать действительно так. Но просто если, допустим, сейчас я у нас играю на каких-то вот таких маленьких диапазонах, в принципе, здесь чувствую себя достаточно вальяжно и достаточно круто, просто из-за того, что, ну, как бы это новое устройство, плюс у меня корпус достаточно неплохо прокачанный, и здесь можно, ну, действительно делать, может, грязные вещи, и тебе за это никто ничего не замучится, никто ничего не сделает. Но есть один интересный фактик. Вроде как устройство у нас новое, вроде как даже и вооружение у меня супер прокачанное, вроде как бы все четко, все найсово. Но вот такого супер нагиба я прям, ну, не могу сказать, что он есть. Даже, допустим, сейчас, если вы у нас посмотрите на тапчик, здесь чувачок буквально обгоняет меня, ну, на изи, как говорится, на той же самой смоке. И себя чувствую достаточно неплохо. Да, да, это смока, да, ну, не новое устройство, не станкфанда. И прям нормально. Нормально обгоняю, нормально себя чувствую. Может быть, я у нас не суперский игрок, соответственно, на вулкане. Может быть, я действительно чего-то не понимаю, чего-то не знаю. Но, как по мне,
Вроде как, когда у нас что-то выходит такое новенькое, интересное и крутое, это должно у нас, ну, хотя бы какой-то промежуток времени, значит, поднагибать. Но, опять же, это у нас все зависит от пушечки, я это прекрасно понимаю. Если, допустим, мы с вами берем какого-нибудь твинса, то на твинсе, ну, криты это дело достаточно частое. Плюсом ко всему, на том же самом огнемете криты, я бы не сказал, что супер, знаете, такие редкие, на которых их вообще нифига и никогда не увидишь. Нет, они тоже там достаточно часто падают, поэтому в этом плане, конечно, ничего такого сверхъестественного я у нас не хочу сказать. Вот, больше меня всего удивил пульсар как раз таки на смоку, на который у нас, я вам скажу, достаточно неплохо, как говорится, те же самые криты. Точнее, периодичность вот этих критов меня удивляет на смоке. Вот, и чего я не могу сказать про вулкан? Может быть, я пока не попробовал, может быть, вулканчик у нас не до конца еще починили, потому что были некоторые проблемы, почему, соответственно, ютуберы стал начала не записывали ролики по этим устройствам, потому что вначале они у нас, можно сказать, толком-то и не работали. Я даже сейчас не знаю, работают они до конца или нет, но вроде как зашел, поглядел, посмотрел, криты вылетают, криты, соответственно, работают. Наверное, так оно с вами и должно происходить, так должно быть. Но какого-то дикого восторга от этого пульсарчика я у нас не испытал. Как, допустим, испытываю от какого-то гелиуса, от какой-нибудь скоростной рельсы, от какой-нибудь штурмовой кассеты, от тандемчика того же самого, получается, страйкером. То есть какого-то своего рода уникальности здесь я у нас не обнаружил, здесь я у нас не увидел от слова совсем. Поэтому, ну, как-то так. Будут ли одевать это устройство товарищи, играющие активно на вулканах? Скорее всего, да. Скорее всего, будут и будут делать это очень активно, потому что своего рода, ну, устройство, так скажем, бесячесть свою имеет. Без этого никуда. Все-таки что-что, но вот это устройство может как-то побесить, может кого-то, соответственно, где-то пораздражать. Поэтому в этом плане у него все нормально, все четко, все, соответственно, гениально. Но вот в плане как раз-таки... Ай-яй-яй-яй, на что ты делаешь? Ну, вроде как и я ему, да, вот эту штучку занес. И он мне взял и, соответственно, всю малину испоганил. Он просто, ну, смоковод, кого? У него 6800 ГС и берет меня, обгоняет. Если я, допустим, сейчас возьму какую-нибудь ту же самую... да не знаю, того же самого молота. То есть какой-нибудь огнемета в ДМ-очке, то здесь я у нас займу однозначно, соответственно, первые места прям беспроблемно. И буду офигеть, каким большим отрывом это делать. Прям вообще не парясь. Может быть, конечно, для вулканчика ДМ-ка не самый лучший вариантик, чтобы это все потестировать. Может, как раз-таки это у нас штука находится в плане том, что, ну, вот где-то вот за команду там погонять, где-то потусоваться. Это еще прям неплохо. А вот в ДМ-очке нет. Давай, пожалуйста, без ДМ-ки это все делом, этим всем делом заниматься. Не знаю. У меня какие-то, знаете, такие небольшие смешанные чувства. Вроде как прикольно, вроде как нормально, вроде как даже супер необычно. Но, блин, я бы не сказал, что это какая-то имба. Возможно, я у нас к этому устройству отношусь так, потому что я от него чего-то большего ждал. Когда я у нас, допустим, обозревал, делал обзорчик на этот танкофонд, я у нас, помните, говорил, что... Ну вот, скорее всего, пульсар вот на вулкана будет такой же, соответственно, имбой, как в свое время был на твинса. Или на какого-нибудь огнемета, или на ту же самую смоку. Может быть, вот из-за этого мне такая штука кажется. Но, опять же, одевать эту всю штуку под какого-нибудь хорька или диктатора, чтобы нормально наслаждаться, соответственно, критами на этой пушке с этим устройством, ну, мне особо не хочется. Вот, допустим, сейчас, да, вроде как неплохо у нас криты залетают. Может быть, мне нужно корпус какой-то немножечко другой одеть. Допустим, тот же самый Арис был бы здесь поприятней. Ты, то есть, стоишь, наваливаешь, разгибаешься и, соответственно, делаешь свои вещи и делаешь их достаточно неплохо и достаточно круто. Может быть, я у нас немножко неправильно отыгрываю от вот этих вот бордюрчиков. Мне нужно, наоборот, в целое мясо, соответственно, идти и в этом мясе чувачков нагибать. Но здесь в мясе особо я бы не сказал, что у меня это получится. То есть, мне все равно на вулкане, хоть на какой-то средней дистанции, нужно додержаться.
Не знаю, короче. Вот, однозначно, я у нас играл только ДМ-очки, поэтому судить я могу тоже только по ДМ-ке. Ничего другого я у нас, соответственно, на этой пушке и на этом устройстве у нас не игралось. В моем конкретном случае, поэтому что-то конкретно сказать про команды и бои я у нас не могу. Да, если честно, не особо хочется. Вот, потому что, ну, любое устройство, любую пушку для меня всегда было важно протестировать как раз-таки в ДМ-ке. Если она в ДМ-ке себя показывает неплохо, значит, командой битвы это будет просто, ну, несусветное какое-то счастье. Чудесное. Вот здесь же про это я не могу такого сказать. Ну, прям, да я не почувствовал. Прям, ну не знаю, не чувствуется. Вот иногда тебе, вот оденешь устройство, да, на какую-то пушку, вот что-то с ней сделаешь, поиграешь, и ты прям вот чувствуешь, что потенциал у этого устройства есть. Даже если ты у нас особо, как говорится, первые места не занимаешь, даже если ты у нас особо не идешь в какие-то определенные топы, но прям чувствуешь, что потенциал у этого устройства есть, и тебе нужно просто-напросто к нему придрочиться, наиграться нормально и сделать конкретные офигенные такие штучки. Но здесь такого у нас прям, ну, не происходит. Фиг его знает. Я вот прекрасно понимаю, что, ну вот, да, есть это устройство, есть, соответственно, режимчик, есть, соответственно, определенный шанс у нас встретить крит, и все, как бы, ничего сверхъестественного я у нас от этого устройства и не жду. Какой-то интересной штучки, интересной плюшки, да тоже я бы не сказал, что прям конкретно что-то такое. Вот, да и плюсом ко всему вулкана еще постоянно тырит эти киллы пресловутые, поэтому, ну, не знаю. Надеюсь, меня там в комментариях не запинают ребят, которые у нас активно играют на вулканчиках и активно, соответственно, эту пушку используют разными устройствами. Просто в моем понимании я бы здесь лучше взял какого-нибудь резиновые снаряды или адреналина. Но как по мне, было бы намного интересней. Типа урончик, постоянно ты кого-то там стреляешь, кого-то убиваешь, кого-то там пытаешься закилять, еще что-то интересное такое сделать. Вот, и это было бы мне поприятней. А так, ну, статусы, да, ну, как бы вылетает. Особой разницы там в уроне я у нас особо вроде бы и не чувствую. Ну, фиг его знает, короче. Возможно, просто-напросто от этого устройства я у нас ждал намного больше. Ну, хз, ребят, короче... Не знаю, что, не знаю как. Киллы я у нас настругал, но, опять же, я на этом аккаунте играл у нас штурмовой кассетой и с огнеметом. Так я там делал больше сотки киллов. Фиг его знает, короче. Не знаю. Возможно, я действительно переоценил это устройство. Вот, видимо, в этом у меня какая-то, знаете, своего рода проблемка получилась и произошла. Ну, а так... хз, конечно, хз. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.